И вот он флоурайд. А ну-ка, подпитывает, подпитывает. Немного бензина. И впитывается. Отлично. Это была подсказка за 500 рублей. Поставил. Ничего. У нас еще вторая попытка. Посмотрим, что предпримет мотордит. Упрашивают еще провести соревнования для пару участников, потому что у нас есть женский дуэт. И есть. Ну, Родео, вполне можно. А, я Павел, ну как так? Как так? На старте, ну? Все, расслабился Павлян. Ой, ну все, ну это все, да, Паш. Аплодисменты для наших райдеров. И следующая пара. Поехали! На фоне заката. Девчонки удаляются в закат. Тяжеленный, неповоротливый, казалось бы, мотоцикла. И пытаются показать, кто здесь действительно крутая. Так, узкие промежутки. Прекрасно проходит Юлин, приставая на подножках. Аплодисменты, это круто! Юля умеет обращаться с тяжелыми мотоциклами. Сегодня соревнование она выступала на звуке Кайбуса. Сейчас она пилотирует тяжеленный 450-килограммовый Honda Go Green. Икону! Ай, падение! Ну, взяла. Кажется, твой шарик отлетел. А, нет, этот на месте. Ну, самое главное. Ну что, победа, по-моему, достается Юлии. Будем продолжать. И Сардан. Юлия устремилась в закат. Алина идеально повторяет траектории. Прекрасно держится за Юлией. Воу-воу-воу-воу-воу! Придержи коней! Сколько в голде коней? Ты знаешь, сколько в голде коней? Один белый конь. И, по-моему, Юля уверенно запутывает, плетет. И неповторяемые лабиринты. Для Алины. Ай, и у нас битый конус. Победительная победа девушки на самом тяжелом мотоцикле. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, хватит. Остановись. Все готовы? Да, пятикратное преимущество, как подсказывает Роман Шишков. Давай, Виталий. Опачки. Я думал, что он сейчас бомбанет по прямой. А нет. Так. Ай, агрессивно. И был задет конус, показывает витример нам. Первая попытка. Виталий продувает. Аккуратней, братан. У тебя тоже есть сапкиш, как и у меня. Вторая попытка. Первый ты продувает. А может быть не финальный, может быть сейчас Виталий продержится. 6 секунд времени прошло. Ай-яй-яй-яй-яй, грамотный ход, и Виталий не вписывается в траекторию. Очень агрессивно. Молодцы, ребята.
заканчиваем выступление. А мы приглашаем всех на награждение, которое состоится у нас перед пресс-холлом.